Croácia. Это в тексте, или, может быть, на радио говорил, что есть случаи, когда на стадион идти нужно обязательно. Потому что обычно мы ходим на стадион, чтобы увидеть зрелище игры, то, что из него почерпнет. А бывают случаи, когда обязательно нужно идти на стадион, потому что там точно есть главный герой, с которым происходит что-то важное. На протяжении болезни любимую команду. Любите Спартак. За то, что вы любите меня. Зиму и холод приходите и болеете за любимую команду. Спасибо вам огромное.